Дамы и господа, сладкоголосый король судебных залов, единственный, неповторимый, Филипп Флинн! Ах, не надо дорогих пальто, стильных вилл и авто, это ничто. Все отдам я за любовь, и вот я с вами. Мне не нужен чемодан купюр и костюм от кутюр, видит Амур. Все отдам я за любовь, все отдаст он за любовь. Синий глаз ловлю, шепот нежный, я люблю. Быть бы только рядом с ней, право, мистер, я миллионер. Другие разглядят во всем только шик и пасон, я не пижон. Все отдам я за любовь, все отдаст он за любовь. Привет, девушки. Мистер адвокат, я Анье виновна, помогите. Им рассказывай. И вот он с нами. Простите, вы помните хоть что-нибудь из того вечера? Я совершенно вырубилась, мисс Саншайн. Я ничего не помню, только то, что не убивала. Кто, по-вашему, мог это сделать? Нет, нет, но моя клиентка обещает значительную награду тому, кто сообщит информацию об этом убийстве. Сколько вы обещаете, мисс Келли? Сколько заплатим? Мы объявим после суда. Это был последний вопрос. Мисс Келли, и мне предстоит много работы. Что за новость про награду? Репортеры очень тупые, они все перевод, а ты от всего откажешься. Спасибо! Все отдаст он за любовь! Мистер Флинн, я Рокси Харт. Кто? Мама говорила вам про меня? А, да, помню, хорошенькая. Я надеюсь, что вы сможете защищать меня. У тебя есть $5000? Это большие деньги. Мама ничего не говорила про $5000. Слушайте, мистер Флинн, я не очень разбираюсь в таких вещах, но, может быть, мы найдем способ договориться. Я могу быть очень сговорчивой. Да, этому ты хорошо обучена. Слушай, мне от тебя нужно одно. Позвони мне, когда найдешь $5000. Все отдаст он за любовь.